оркестр, безусловно, является одним из ведущих музыкальных коллективов области и одним из немногих в стране, которые поддерживают искусство игры на народных инструментах. Конечно, под руководством бессменного руководителя Галины Ивановны Перевозниковой коллектив проколесил огромное количество километров, огромное количество площадок за эти 25 лет слышали прекрасную музыку в исполнении нашего Вологодского оркестра. Более 13 тысяч выступлений, 200 выступлений в год приблизительно дает оркестр или его малые составы. Это говорит о том, что оркестр не просто существует, он активно живет, он репетирует, он гастролирует, он дает новые программы, он радует огромное количество зрителей на разных площадках, и в больших концертных залах, и в маленьких домах культуры своим искусством. То, что регион обладает подобным коллективом, наверное, это, безусловно, счастье. Но, к сожалению, сфера игры на народных инструментах, как говорят профессионалы, она испытывает определенные сложности. И вот в Вологодской области, благодаря наличию этого коллектива, конечно, эта проблема, ну, в меньшей степени, наверное, знаковая. Конечно, хотелось бы, чтобы дети продолжали поступать в музыкальные школы, учиться игре на истинно народных традиционных инструментах. Но они должны перед собой видеть то место, к которому они могут стремиться, как будущие профессионалы. Ну, а губернаторский оркестр народных инструментов, конечно, позволяет это сделать. Но не случайно единственный музыкальный коллектив Вологодской области носит звание губернаторского. Поэтому сегодня мы все искренне его поздравили с юбилеем, пожелали длинных, долгих лет творческой жизни.